Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Быстрее, выше, сильнее. В компании «Сургутнефтегаз» провели отборочный этап в финал ежегодного конкурса «Нефтяной рыцарь». 39 претендентов решали тесты, стреляли по мишени, плавали, выполняли различные силовые упражнения. Быстрее, выше и сильнее. Вот общепринятый девиз, а я скажу вам по-другому. Давай, Антоша, выиграй приз. Обратить на себя внимание за несколько секунд, будучи одним из 40, тут надо постараться. Пока Антоша из Уфсинга завоевывал внимание аудитории музыкальными талантами, Динамит из подразделения «Сургут-Асу-Нефть» продемонстрировал свою прекрасную физическую форму. Я особо опасный. Кто сегодня победит? Ну, конечно, я, Динамит. Самым большим подвигом своей жизни Виталик Динамит считает отданное любимой женщине сердце. Скажите, пожалуйста, сколько маяков вы порвали за всю свою жизнь? Это первое. А есть там и сердце? Есть. Как добивались? Как добивался? Она мне добивалась. Точность – вежливость королей, а не рыцарей. Поэтому мастеру губной гармошки Антону дартс удается чуть хуже, чем жим лежа и плавание. Однако он уверен, что блестяще справится с испытаниями, потому что в финале без него будет скучно. А там уж он себя еще больше проявит. Здесь какие-то больше такие общезачетные показатели. Спорт, интеллектуальная визитка. Но я думаю, все у всех получится, и все достойные будут в финале. То есть мы приедем к вам на финал, и вы нас поразите и удивите. Обязательно приезжайте. В судействе, говорят, предвзятость полностью исключена. Оценивают лишь по результатам. Главное – всесторонне развитая личность. Но для нас. Для Дана у нас сегодня не играют, да? Для нас, для жюри нет. Для зрителей, конечно же, играют. А для жюри женские? Не знаю, тут я боюсь, не смогу с вами поспорить. За всем происходящим пристально следили группы поддержки, самая громкая у СМТ-2. Они у нас самые лучшие, посмотрите, какие красавцы просто. Они у нас умные, красивые, спортивные, семейные. Ну как они не могут не победить? То, что они семейные, плюс, наверное, не для всех болельщиков. Но звание спортивных ребят из СМТ-2 отстоять удалось. Иван Решетников, например, в жиме лежа поднял бараний вес 55 раз. Рыцарь должен быть умным или сильным? Рыцарь должен быть умным и сильным. Спартанская система воспитания, все 5 видов, эмоциональное состояние, духовное, физическое и так далее. А вот Динамит честь своих бицепсов и трицепсов, демонстрируемых в самом начале, полностью отстоял. В жиме лежа у него рекорд – 62 поднятия. Все наши герои, и Ивал с группой поддержки, и Антоша с гармошкой, и Динамит с бицепсами вышли в финал, возглавив список дюжины лидеров. Битва за звание нефтяного рыцаря 2014 состоится накануне Дня защитника Отечества. Юлия Давыдова, Екатерина Любишева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Thank you.